Так, ну что ж, стрим уже пошел. Всем субботний привет. Сегодня в рубрике «Господи, за что?» будет Ариэль. Ну, The Little Mermaid, то есть русалочка. Короче, я не ожидал, то, что я вообще встречу эту игру на SMS. Вышла она только в Бразилии. Судя по тому, что я видел. Есть сайты, посвященные Master System, и там написано, что эта игра выходила на SMS только в Бразилии. Честно говоря, мне вообще жалко этих бразильских детей. Блин, у меня орут тут. Сейчас, люди, я отойду ненадолго. Блин, как-то не вовремя все начали орать у меня, блин, в доме. Так, ладно, давайте тогда переключаем сцену. Играть я буду сегодня с эмулятора. Почему с эмулятора, покажу вам позже. Так, секунду. Так. А куда DF делась? А, вот она. Все. Короче, вот. Игра на SMS. Итак. Не, это демка. У меня пока что к чату вопрос. Тут можно играть за Тритона и за Ариэль. Блин. Управление. Вот. Короче, вопрос к чату. За кого сначала играть? Можно начать за Ариэль или за Тритона? Причем самое веселое, что переключается персонажи кнопочкой вверх. Я немножко подожду, пока в чате отпишутся, во-первых. Во-вторых, может, кто еще подойдет. Так, за Тритона есть один голос. Так, может, кто еще... что-нибудь захочет написать. Например, за Ариэль кто-то проголосует сейчас. Привет, Ашпиль. Короче, за кого играть? Давайте. Потому что, ну, как бы сказать, то, что я буду играть за обоих персонажей, с кого начать? Привет, Винарлин. Так, давайте. Как бы у них четкой разницы нету, как я заметил. Ладно, давайте, короче, за Тритона будем играть. Так, старт. Играть буду сейчас, на изи, на данный момент. Я просто хочу еще показать, в чем вообще разница между этими уровнями сложности. Короче, вот, пожалуйста, Тритон. И первое, что мы получаем, это дамаг от врага, который внезапно просто на нас напал. Короче, эта игра использует кнопку паузы. Когда мы включаем паузу, мы можем видеть, что у нас вот есть предметы. Причем я бы играл бы на консоли, но у меня на флеш-картридже нету дырки для паузы. Как бы я ее не проделал. Как бы сама пауза есть, просто дырку не сделал. Нажимая там... кнопку 1, кажется, или кнопку 2, мы можем вот включить карту уровня. И тут отмечены все места, где вот надо собирать вот этих червячков, как и, в принципе, в старшей версии.
Так, выходим и атакуем этот морской гребешок, или как это назвать. Так, секунду. Вот видите, видите трэжа? У меня 5000. За эти 5000 трэжа можно покупать всякие бонусы, так сказать. Блин, ну тут без дамага вообще не получится играть. Только тасить, и то смысла я не вижу. Короче, вот это S, это магазин. Мы можем купить флаундера. В принципе, как и в старшей версии, он помогает открыть некоторые проходы. Вот краб может атаковать. Себастьян, кажется. Он может атаковать врагов, но я им вообще не пользуюсь. Рыба-пила я вообще не пользовался. Ключи тоже смысла не вижу брать. И вот усиленное оружие тоже можно покупать, но я вообще в нем не вижу смысла, потому что я и без него прохожу. Так. Но вот сердечки покупать лучше всего. Короче, собираем сокровища и вот эти трэжа всякие, чтобы получать сердца. Потому что сердца тут это самое главное. Самый главный ресурс. Ключи вообще тут валяются. Так что вот в надобности их покупки не вижу я. А еще, что русалочка, что вот этот вот тритон, он очень медленно разгоняется. И еще, если вот... Блин, они оба застревают вообще во всем подряд. Вот смотрите, я плыву, разворачиваюсь. Но если пытаться развернуться с места, то это сильно теряется скорость. И он прям вот, вот пожалуйста. Очень, очень тормозные тут персонажи, очень тормозные. Прям вот бесит. Так что приходится вообще полукруги вытворять, чтобы скорость не падала. Еще это не спасает вас от того... Вот, кстати, сокровище. Вас не спасает от того, что вы можете застрять в стене и пытаться опять разогнаться, мучиться. Ну... О! В режиме изи, кстати, вас сразу кидают на босса, как вы взяли последнего червячка. А против боссов тактики вообще, считайте, нету. От их... А так вообще увернуться практически нереально, так что просто мышем кнопку и все. Так, ну что? Умри. Так, мы получили 100. На этих трэжах. Я не знаю, как можно правильно перевести их, поэтому без перевода говорю. Ключик обязательно берем. Ну не застревай же. Умри. Еще раз. Причем. Давай. Да, вот так. Вот. Честно говоря, пока я ее тренировал на PSP, на эмуляторе. Блин, у меня аж крестовина скрипела от того, что насколько тут такое управление неотзывчивое, что прям вдавливаешь кнопки. Сюжет? Я не нашел сюжет, честно слово. Никаких заставок что-то я не видел. Так. Ключик мы возьмем. Понадобится. Еще нам надо бы наверх. Сплыть. Точнее, поплыть наверх, там еще и червячки. Вкус тут она еще более неиграбельная. Вот просто попробуйте ту версию и эту, там разница вообще чувствуется. Тут хотя бы, точнее, там хотя бы управление более-менее. Тут очень медленно разгоняется, и это просто бесит. Так, вот камешек, смотрите, рядом кнопочку нажимаем с атакой. Так. Что за фигня? Ну. А, вот. Нажимаем. И...
Но соседнюю кнопку нажимаем, типа прыжка там. Я не знаю, как это объяснить, потому что я играю на эмуляторе, и я не помню, что это за кнопка. Или один, или два. Короче, зажимаете, нажимаете крестовину в какую-либо сторону. И можете выбирать, чем воспользоваться сейчас. Вот я воспользуюсь сейчас флаундером. Короче, отжимаем кнопку направления. Ой. Зажимаем кнопку управления, отжимаем кнопку. И, пожалуйста, выбирается то или иное, так скажем, оружие. Это не очень очевидно, когда вы играете в первый раз. Но, по крайней мере, мы взяли этого червячка. Я не знаю, как их назвать. Они не червяков напоминают, только зеленые. Так. Так, смотрим карту. Привет, Олсан, я не знаю, честно говоря, причем тут Тритон. Так. Ну все, можем спускаться вниз. Так, не сюда, нам не сюда. Ну Тритон, ну какой тормозной, а? О, пожалуйста, усиленный заряд. Какой-то очень уж мощный, но смысла в этом не сильно много. По крайней мере, сейчас. Потому что против боссов это куда лучше идет. Приоткрыл. Кстати, кто хочет конфу? Так. Смотрим. Так, у меня еще три штуки есть. Но лучше покупать жизни тут. Вот. Пожалуйста, я вышел и еще раз зашел. Скелет под водой, да? Трупы пиратов. Типа. Все. И... Пожалуйста, босс. Отгадайте, что за босс. Конечно, две одинаковые акулы. Вот. Он застрял во мне и атакует. Так. Да блин, атакуй. Атакуй. Все, ускорился и все. И поминай, как знали. Во. Все, они в паттерн ушли. Отлично. Стратегия ожидания как раз вот тут подойдет. Вкус. Знаешь, сложно сказать насчет этого. Просто сложно сказать. Ну давай. Выпиливайся уже, все. Все, отлично. Мы победили две акулы. Прям как какой-то босс на денде первого уровня. О, пожалуйста. И пошло опять. Первый враг, точнее, вот только вы появились на экране, и все, первый же враг стреляет в вас сразу. Ну все, жизни почти не осталось. Такс. Берем сокровища. Хотя не сильно много в этом смысла. Блин, самонаводящиеся диски. Бесит очень. Так, вот червяк найден. Давай. Ну не застревай ты. Господи. В это больно играть. Блин, опять застрял. Он, вот смотрите, он даже может от врага просто взять, затормозить. А если у вас еще жизни мало, то это очень сильно бесит. Давай, давай. Отлично, так, последний червяк остался. Возьмем. Отлично, нам жизнь дали. Точнее, сердечко. Что у нас тут? О. Все, не застревай, давай, плыви. Отлично. Все. Пожалуйста, босс. Давай. Можно, кстати, так встать удачно, что просто начинаешь изменять его пули и дамажить чисто его. Но это очень сложно, мне показалось, найти эту точку, потому что
Очень неповоротливый персонаж, очень неповоротливый. Мы просто стоим, стреляем, все. Я не знаю какой-то другой тактики против него-то, и смысла в этом не вижу. У нас вон целых 5 сердец. И все. Русалки уплыли, все, левел 4. Да, моргает. Вот, пожалуйста, еще раз, появляюсь на экране и сразу дамажит враг. Просто сразу. Так, отлично, мы получили сокровище. Нужен, давай. Так, флаундер, давай. Ну, блин, не застревай, не тормози. Плыви, давай. Так. Флаундеров мне хватает. Просто не вижу смысла их атаковать. Они все равно меня атакуют. Кстати, вот эти ракушки тоже меня атакуют. Но у них хотя бы сокровища есть. Так. Давай, флаундер, давай. Открывай. Отлично. Так. Короче, если видите врага, просто дамажьтесь об них. Потому что пытаться их атаковать, вы получите больше урона, чем просто будете проплывать сквозь них, дамажись. Вот тут я точно знаю, червяк этот, да. Он меня обязательно задамажил. Он очень подло тут стоит. Причем от него увернуться очень сложно. Так. Так, смотрим карту. Блин, карта грузится долго. Так, понятно. Вот тут обычно ничего нету. А, нет, жизнь дали. Мне просто на эмуляторе PSP не давали ничего тут. Так, вот, пожалуйста. Еще один червяк. И вот еще один. Давай. Ну плыви, тритон. Так, ну что? Все, последний босс. Тактика на всех одна. Все. Вот просто смотрите, сколько пуль в меня летит. И как от такого уворачиваться? Я вообще не понимаю смысла какой-то тактики против него, против вот этого босса. Потому что, ну, смотрите, сколько пуль. И он, и они такие самонаводящиеся. Просто бесит. Что же? Кстати, вот, все. Нас поздравляет, что мы победили Урсулу. Пожалуйста, обратите внимание, какая картинка. Особенно, блин, меня рожа Ариэля просто убивает. У меня слов нет. Я когда первый раз это увидел, я очень долго смеялся. Да, игра на 20 минут. А микс-то какой, а? Прям такой поздравительный, а? Все, да? Так, ладно. Знаете что? Нажимаем старт, так называемый. Все, игра по новой. Короче, на этот раз мы будем играть за Ариэль. Включим самый сложный уровень. Челленджинг. Но это изи было. Смотрите, короче, трэжа у нас 0. Но хотя бы у нас есть один флаундер. Короче, надо собирать сокровища вот обязательно. Так. Пожалуйста, фарминг. Так, ничего не дали. Ставим паузу.
Можно и отплывать, но пауза и лучше. Так, все, эта ракушка нам ничего давать не будет. Давай, не застревай. Кстати, вот на PSP вот под таким углом кажется, что она беременна. Уж очень забавно. Итак, трежа 0 у нас. Да и смысла тут нету находиться. Так. Так, еще вроде бы... Сейчас, секунду. Посмотрим. Так, карта. Да, такой геймплей, спасаем Тритона. Привет, Домион. Так, ну чё, на этот раз ты дашь мне что-нибудь, а? Нет, ничего не дает. Там бывает то, что дает и не дает. Сокровище. О, увернулся, надо же. Да, тут Тритон, игровой персонаж. Кто говорит, что она совершенная? Ни в какой рекламе об этом вроде не говорились. Не говорилось. Так. 50. Маловато. Маловато будет. Но пока что нам ничего не надо такого. Даже пока сердечек не нужно. Много. Привет, Гриша. Гриша, ты пропустил концовку. Но концовку еще увидишь. Так, ключик обязательно берем. Черном, привет. Так. Еще ключик, отлично. То есть вот ключами тут раскидан, то есть их покупать вообще не вижу смысла. Так, червячок найден. И сейчас первое отличие от того... Ой. Первое отличие от легкого режима. Смотрите, сейчас берем червячка и нас не откидывает никуда. Так, секунду, смотрим. Так, так, давай, давай, давай. Прогружайся, карта. Как вы видите, карту, если играть на изи или на нормале, вам показывается, куда надо будет плыть, чтобы завершить уровень. На этом самом высоком уровне вам не показывают, куда плыть. По крайней мере, я знаю, что нам надо сюда. Пожалуйста, все. Черт, ниже плыть надо. Ну, можно сказать, да. Или лучше сказать, что это порт с Game Gear. Это реально порт с Game Gear. На Game Gear она выходила в Европе, там, США, но в Бразилии на СМС вышла. Ну, давай. Умри, скат. Это же вроде скаты были. Так, отлично, нам дали сотку. Так, ну, ключик тогда чуть позже возьмем. Ну, давай, плыви. Вот видите, в чем проблема? Она просто застревает. Отлично, взяли. Не застревай ты, а. Так. Флаундер, давай сюда. А, угор, значит. Да, снова бразильский порт. Ну, блин, не застревай. Вот... Вот просто любой угол облюбует и застревает. Отлично, взяли мы. Ну блин, не застревай, вот... Эх, я не знаю, я бы крестовин, наверное, на Мегадрайве бы сломал от такого. Так, сокровище. Сотня, сколько у меня? 300. Нам просто флаундеров лучше покупать будет. Точнее, нам нужны будут сокровища, чтобы купить флаундер. Кстати, вот, наконец-то мне дали.
Так, пауза. Пауза. Вот она опять появилась. О, пожалуйста. Отлично, отлично. Так, давай, уходи в надпись. Дороговато для СМС, честно скажу. А учитывая, что картриджи для СМС сейчас дороговато иметь. А флешкарик тоже стоит немало. Ну все, видать, она давать нам не будет ничего. Так, последний раз. А, нет. Отлично. Фармим, люди. Можно вообще и за экран уплывать, но через паузу куда быстрее фарминг получается. Плодоносная какая, а? Ракушка. Давай. Отлично. Я еще фармил в другом месте, когда тренировался. Ну что, давай. Еще, пожалуйста. Спасибо. Привет, вред. Отлично, нам еще дали. Пожалуйста, фарминг симулятор. Old school, все по хардкору. Кому Dark Souls нужны? Пожалуйста, запускайте русалочку на СМС. В режиме суперсложный. Челленджинг. Пожалуйста, получите хардкор вам. Тут и управление дубовое. Тут и геймплей такой. И фармить надо. Конечно, коротенькая, но, блин, нервов тоже можно убить. Так, давайте посмотрим. Давай. Уже. Под карта долго грузится, конечно, бесит. Так, возвращаемся. Нам нужен червячок этот. Без него просто никуда. Ну, блин, ну не застревай ты, Ариэль. О, еще дали. Отлично. Так, нам через низ получается. Ну, через скелетика. Так, давай. Улетай отсюда, давай. Так, отлично. И он вернулся. Ну, блин, снаряды. Давай. Уходи отсюда. Тебя тут не звали. Точнее, не ждали. А, отлично. Блин. Ну, вторая, у которой нету компонентного вывода, насколько мне известно. Там только РФ. Так, ладно, больше не дают. Так, что ж. Тут один угорь. И червячок. Давай, ну улетай отсюда. Улетай уже. Все, все, он улетел куда-то наверх. Отлично, он там застрял. И мы без дамага получаем этого червячка. Отлично. Ну, блин, не застревай, Ариэль. Так, все. Проход к боссу открылся. Надеюсь, трех жизней мне вообще хватит. Так, двигаемся потихоньку. Вот. Все. А нет. Улетай уже отсюда. Все, она просто уничтожилась.
Проще, чтобы она застряла во мне, чтобы пули сразу в нее летели. Потому что одна пуля за раз может выпасть. Точнее, выстреливается одна пуля за раз. Да, очень подлый враг. Так вот, одна пуля за раз, чем ближе находитесь, тем скорострельнее становится Ариэль. Ну и Тритон тоже самое. Так, отлично, мы получили сокровище 50. Блин, летающий диск этот. Не дали нам ничего, это очень плохо. Точнее, не очень плохо, потому что, ну, во-первых, нам позволили пофармить. Так что пофармили мы очень даже хорошо. Давай. Тут магазин вроде, да, магазин тут. Берем. Так, отлично, мы взяли 3 сердечка. Так, внизу еще сердечко нас ждет, а ключик мы берем обязательно. Блин, эти стрелы еще задом летят, это прям бесит просто. Так, еще один найден. Отлично, остался один, но он тут недалеко. Ну. Так, нам сердечко дали. Так, 50 сокровища. Так, все. И плыть нам надо теперь в середину уровня. А, все равно задамажился, плевать, ладно. И вон нам вот сюда. Все. Давай. Да ладно, поближе встанем, чё, все равно с дамагом уничтожаем босса. Смысла экономить уже нету, особого смысла. Все, победили. Последний уровень. Ай, чёртов. О, смотри, я увернул, блин. Только хотел сказать, увернулся. Нет, у меня другой. Короче, другой враг меня все отнял тычку, так сказать. Так, нам сюда, нам сюда. А черт, флаундера-то нету у меня. Блин. Нам надо 3 флаундера купить. Краб тут вообще бесполезный, как по мне. А? Что? Ключи. Блин, ключи обнулили, а? Вот это хардкор. Так, нам обязательно купить флаундера. Целых 3 штуки надо. Да блин, я не хочу обратно в магазин. Хотя нет, не могли обнулить. Потому что вроде в сокровище то открыли. Ну блин, не тормози, Ариэль. Да, это еще... У этой головы еще анимация была, да. Так. Ключики. Я знаю, где они, где есть еще один ключик. Нам надо вот сюда. Давай, не застревай. Ну, вот, отлично. Вот тут я обычно фармил. Флаундер, открывай, давай. Молодец. Сердечек там нам надо купить бы. Чё, игра, все? Игра не позволяет нам фармить, да? То есть ты уже все прознала, да? Смотрите, а. О! Отлично. Давай, давай уж.
Отлично, отлично. Нам дали 1000. Угу. Так, давай, давай, давай. Дайте, пожалуйста, мне жемчужинки, а? Отлично, спасибо. Игра меня услышала. Это твое налево. Отлично. Так, сердечки вроде бы 900 стоят. Нам надо 1080. Ой, 1800. Тогда для двух сердечек. Ну же, давай. Спасибо. Сейчас последняя жемчужинка и все. Потому что флаундеров мы купили уже. Хотя, блин, не будем торопиться, наверное. Потому что, мне кажется, не хватает нам еще одного. На всякий случай в магазин чуть позже пойдем. А, нет, 1080, все. Ну, блин, вот видите, дамажит. Ну, хотя бы моральный ущерб возместил мне в виде 200 сокровищ. Так, флаундер, открой мне. Отлично. Червячок взят. Что там за картинка? Блин, плохо видно картинку. Так, мы получили сокровище. Так, вот, вот тут находится. Так, с этой стороны, ага. Ну же, ну же, ну же. Нам один червяк остался. Тогда мы идем в магазин, наверное. Короче, насколько мне известно, вот если вы играете на нормале, то вон справа проход, вы плывете туда. Но в этом режиме выход находится в другом месте. Вот, вот что ты застрял, а? Ну блин, не тормози, а. Так, 900. Ладно, давайте купим вот эти мощные. Может, нам быстрее получится уничтожать врагов. Точнее, врага. Урсулу. Короче, насколько мне было понятно и известно, точнее, насколько я понял, нам надо вот сюда. Вот, да, я был прав. Значит, в режиме хардкор она здесь. Так, все, мы выбрали мощные пули. Что-то я, блин, слишком близко встал. Ну, плевать, режим неуязвимости у нас есть. Мы, смотри, блин, мы целуемся с ней. Но все равно победили. Блин, я не могу, меня эта картинка просто убивает. Блин, а знаете, что она мне напомнила? Сейчас, люди, секунду, заглушка. Я вспомнил, наконец, что она мне напоминает. Сейчас,
Сейчас. Сейчас, вот, нашел. Сейчас, люди, сейчас я вам покажу, что оно мне вообще напоминает. Так, сохранить изображение. Угу. Сейчас, люди, сейчас все будет. Так, куда оно сохранилось? А, вот, нашел. Вот. Ну, блин, вы сами видели. Пожалуйста, вот, с кого было срисовано лицо Обоа? Блин. Не-не-не. А, все равно стрим закончился, можно сказать. Мы прошли игру в двух режимах. Сейчас, люди, у меня где-то есть скриншот. Сейчас, секунду. Где же мой PSP? Потому что я на PSP проходил, я даже скриншотик сделал. Так. PSP. Сейчас. Отлично. Нашел. Сейчас давайте включим заглушечку, наверное. Привет, ты все пропустил, Смоки Егорыч. Сейчас, секунду. Так, включить. Она что, не сюда кидает? Сейчас, люди, сейчас все будет. СМС. А куда же она сохраняет-то? Скриншоты. Не сюда. Куда эмулятор смс сохраняет? Ща, джетпэк. А, вот, нашел. Отлично. Короче, что я сделаю сейчас? Короче, вот. Блин, ну... я не знаю... Лицо просто вот идеально точка в точку подходит. Ну, даже вот так можно, наверное, сделать. Так. Олсан, я тебя не понял. Чего, господи, за что? Ну, короче... Эта игра хоть и короткая, но, блин, в нее играть реально больно. Ее запускаешь, тебя отпугивает управление. Там... То, что все очень туго идет, очень сложно привыкнуть к этой механике. И ты, короче, бросаешь, и потом думаешь, блин, господи, за что я это включил? Зачем? Какого черта? Потом, когда игру проходишь, в принципе, все не так уж и плохо, потому что ты знаешь, что куда идти, тем более ты можешь пройти ее на харде. Но все равно, по сравнению даже с Мега Драйвом, это, господи, за что? Почему все так хреново? Почему все так криво?
Легче запустить ее самим и опробовать вот это управление персонажем. Оно, ну, просто бесит. А, почему ГОСТ один? Ну, потому что ГОСТ. Один раз ошибся, сделал фишки. Тем более, порты типа по ГОСТу делают, а это не по ГОСТу, и ГОСТ один за что? Типа ГОСТ... Я не знаю, как это объяснить пока что, историю надо придумать. Ну ладно, я тогда... закончу на этом. Всем спасибо, всем пока.